Україна отримає третій транш від МВФ обсягом 1 мільярд 700 мільйонів доларів вже до кінця червня. Однак для цього найближчим часом необхідно прийняти 19 законопроєктів. Про це повідомили в адміністрації президента. Нині Міжнародний валютний фонд проводить другий перегляд програми фінансової допомоги. Про перспективи подальшої співпраці між організацією та новим урядом ми поговоримо із нашим гостем Олегом Журавльовим, економічним експертом. Я вас вітаю. Добрий день. Чи дійсно наступний транш може надійти вже через 2 місяці, навіть якщо парламент зможе прийняти усі законопроекти, чого вимагає кредитор? На самом деле, давайте будем реалистами, наверное, будем немного скептичны. 19 законов, которые нам необходимы, ну тем более, что нет точного списка, перечня, то есть Международный валютный фонд сейчас заканчивает пересмотр этого транша, да, фактически сейчас проводится обеими сторонами аудит того, что должно быть сделано, чтобы этот транш был получен. В условиях, когда мы только-только вроде бы преодолели политическую составляющую кризиса, говорить о том, что парламент будет в состоянии так быстро принимать законы, ну, это было бы слишком оптимистично. Здесь я не уверен. Плюс при этом, даже если это произойдет, мы вполне можем оказаться на пороге какого-нибудь другого политического кризиса или, я не знаю, у нас же с вами не урегулирован вопрос абсолютно с восточной частью страны. У нас очень много разных подводных камней, которые могут в любой момент дестабилизировать ситуацию. То есть, к сожалению, у нас политика превалирует над экономикой. Навіть якщо всі ці закони приймуть, 19 законопроєктів за доволі короткий час, які ризики? Це, ну, в принципі, можуть бути якісь проблеми з цим, як ви думаєте? Смотрите, я думаю, что здесь ситуация очень простая. Международный валютный фонд, он настроен на то, чтобы в стране было сбалансированное состояние бюджета, доходов и расходов страны. Соответственно, у него рецепты практически не меняются от страны к стране, да? И он работает над тем, чтобы увеличить доходную часть бюджета и сократить расходную часть бюджета. Естественно, под расходную часть бюджета, под раздачу, что называется, попадают самые незащищенные статьи этого бюджета. То есть сейчас никто военную статью трогать не будет, соответственно, можно проходиться по социалке или еще по каким-то вопросам, к сожалению, что очень взрывоопасно в данной ситуации. И что касается доходной части бюджета, то получается, что обычная рецептура от МВФ – это увеличение каких-либо акцизов, ставок или что-то в таком роде. То есть мы попадаем в своего рода капкан, когда, следуя вроде бы благим намерениям и хорошим рекомендациям, но жестко не отстаивая нашу внутреннюю экономическую позицию, мы сами для себя закрываем возможности экономического роста, потому что, сокращая расходы бюджета, мы тем самым сокращаем, скажем так, покупательную способность населения нашей страны, увеличивая давление хотя бы чуть-чуть в том или ином виде на бизнес, которому сейчас и так плохо, очень плохо, мы возможности этого бизнеса еще снижаем. И мы можем попасть в замкнутый круг, когда мы с каждым витком у нас будет экономика сжиматься и будет состояние только хуже и хуже, хотя мы будем выполнять все рекомендации МВФ. Здесь нужно выходить из этой ситуации, пытаться вести переговоры более жесткие с МВФ. Хотя это, конечно, тяжело после политического кризиса, но правительство должно собраться и вести, ну, не просто следовать всем рекомендациям и их принимать слепо и двигаться только по ним, но и предлагать какие-то альтернативы для того, чтобы перезапускать нашу экономику. Иначе эта ситуация с кредитованием МВФ, мы с вами точно так же через пару лет можем встретиться и обсуждать 18-й транш размером 2 миллиарда, который тоже точно так же растворится где-то на просторах Украины, никто не будет понимать, что дальше делать. Власне, а щодо процесу переговорів, як ви думаєте, новий уряд, як він проводитиме ці переговори? Поступливо прийматиме усі вимоги кредитора або все ж таки висуватиме свої вимоги і намагатиметься знайти компроміс, якому будуть і вигоди для України? Я думаю, что, к сожалению, правительство будет следовать четко заданной линии, которая вот уже сформировалась в отношениях с МВФ, поскольку, вот если посмотреть на его персональный состав, то, скажем так, здесь гораздо меньше каких-то, ну, скажем, таких пассионарных личностей с каким-то интересным западным бэкграундом, которые могли бы отстаивать эту жесткую позицию. Ну, например, если взять предыдущего министра финансов госпожу Ярейско, да, скорее всего, она в силу как раз именно этого западного бэкграунда, своего прошлого гражданства и своей работы, она как раз и следовала рекомендациям МВФ по полной программе. Но вот она могла бы, если бы от них отходила, она могла бы очень эффективно вести эти вещи, поскольку у нее очень большой за плечами соответствующий опыт. Что будет в новом правительстве, тяжело сказать, но мне кажется, там нет таких вот людей, которые могли бы достаточно жестко и авторитетно отстаивать эту ситуацию. А знову ж таки, в контексте переговоров, стара влада залишила нові, більше невирішених питань, або залишила
якісь налагоджені спільні позиції, як ви думаєте? Ну, совместные спільні позиції можуть бути тільки в одному, тому що МВФ дає свої рекомендації, ми їм слідуємо. Угу. Да, то есть здесь нет конструктивного диалога. То есть в прошлой власти, у прошлого состава Кабинета министров тоже на самом деле, хотя и были реформаторские замашки и потуги, которые ничем, к сожалению, не реализовались, но желание, просто понимаете, как перестроить всю экономику страны под то, чтобы брать кредиты и продолжать их брать, и что-то с ними происходит, и мы их берем фактически только для того, чтобы стабилизировать ситуацию, ее не перезапуская. Но это путь в никуда. И, к сожалению, скорее всего, новое правительство будет ему же следовать, потому что здесь, вот опять возвращаясь к вопросу давления политических моментов над экономическими, как мы можем говорить о перезапуске экономики, если у нас, ну, как бы мы ни относились хорошо или плохо к Российской Федерации, да, но у нас экономика была экспортоориентированной и в то же время импортозависимой, потому что и та позиция составляли больше 40% ВВП. И среди наших основных торговых партнеров была Российская Федерация. У нас этого рынка больше нет, ни в ту, ни в другую сторону. Но мы не получили эквивалентную замену. Окей, соответственно, экономика сжимается. Хорошо, нам дадут еще один транш, потом дадут еще один транш, потом посмотрят, что мы бедные, серые, убогие, их надо спасти, может быть, дадут что-то еще. Но это путь в никуда, по большому счету. Нужен перезапуск. Правительство должно вести две параллельные линии. Жесткие переговоры с МВФ. Они, кстати, особо никуда не денутся, потому что ну, мы уже как наркоман. Нас нужно кредитовать и поддерживать, иначе мы рухнем. Что если этого не делать? Значит, здесь нужно вести жесткие переговоры, которые направлены на то, чтобы условия обсуждались и были, старались, чтобы мы старались, чтобы эти условия были все-таки выгодны экономике с точки зрения ее перезапуска. И второе – это отходить от примата политических вопросов и стараться делать в экономике страны то, что выгодно стране. Не то, что выгодно с политической точки зрения, а то, что выгодно для благосостояния граждан и для роста бизнеса. Другого варианта нет. А як ви думаєте, що серед конкретних вимог МВФ для фонду є найбільш важливим? Подолання корупції, підвищення тарифів, проведення реформ в судовій, податковій системах. Що саме? Я думаю, що от якщо спросити, ну, практически у меня такое ощущение, любого гражданина на планете Земля, все скажут, давайте поборем в Украине коррупцию, давайте что-нибудь с ней сделаем, давайте попробуем хотя бы продемонстрировать начало слома олигархической системы. Ведь та олигархическая система, которая у нас была построена и которая фактически финансирует эту коррупцию из месяца в месяц, года в год, то есть она пронизывает все сферы общества. И никаких действий, направленных на борьбу с олигархической вот этой составляющей, которая и порождает эту коррупцию, причем коррупцию от самого верха до самого низа, до бытового уровня и до схем на уровне министерств, комитетов и прочее. Ведь ничего не было сделано, к сожалению. Вот это вот самое основное, на мой взгляд. Мы сделаем паузу, у нас тут зазвонил скайп. Ну, эксперт как раз договорил, как бы ответил на вопрос. Я просто задам следующий, а мы потом вырежем этот момент. Хорошо? Хорошо. Если Украина таки отримає третий транш, на что в первую очередь пойдут эти гроши? Я думаю, что основная часть их уйдет на формирование валютных резервов, то есть валютные резервы страны, потому что в прошлом году мы пытались довести до 19 миллиардов, это не получилось. Соответственно, они у нас где-то на уровне 12. Транш ожидается 1,7, я думаю, туда, в валютные резервы, чтобы обеспечить стабильность нашей денежной единицы. С газом у нас ситуация, ну, мы все прекрасно понимаем, что нам не нужно столько уже платить за газ, и не потому, что мы так классно стали энергоэффективны, а просто потому, что наши основные потребители газа сокращают объемы производства, та же химическая промышленность, и, соответственно, нам его столько в таком объеме не нужно, поэтому меньше за него платим. Здесь как-то ситуация поспокойнее, хотя она поспокойнее из-за того, что все плохо, а не все хорошо. Поэтому в основном туда надо. Ще таке питання, якимось чином відобразилася затримка із траншем майже, ну не майже, на понад півроку на українській економіці? Ну, слава Богу, что у нас не было каких-то значительных политических перетрубаций, вот, связанных с тем, что могло оказать давление на курс, да, потому что Национальный банк его бы не удержал, скорее всего, ему пришлось бы делать большие значительные валютные интервенции, и резервы могли бы начать таять, поэтому здесь могла бы быть проблематика. Опять-таки нам помогла мягкая зима достаточно, опять-таки нам помогает падающая экономика в плане
необходимости ресурсов для покупки того же газа. То есть тут мы более-менее проскочили. Ну, сочетание внешних факторов, да, в том числе и погодных, нам помогло. Поэтому я думаю, что у нас по запасам по времени есть еще месяц-два, вполне мы можем тянуть с получением транша. Ну, не тянуть, а вот готовиться к его получению. Но на самом деле, вот еще раз хочется вот попробовать донести эту идею о том, что не должна наша экономическая жизнь, ситуация крутиться только вокруг получения очередного транша и выполнения этих требований МВФ. Нужно иметь программу правительства, ну не то, что принято там в парламенте, как они ее утвердили, очень быстро, без конкретных дат, сроков, исполнителей, ответственных, а какую-то разработанную, нормальную стратегическую программу, нацеленную, вот опять повторюсь это слово, мне очень нравится, на перезапуск экономики, потому что ее нужно перезапускать. Ее уже нельзя реанимировать, ее нужно что-то, возможно, должно умереть, но мы должны перезапустить. А перезапускать нужно иметь принципы, на которых ты ее перезапускаешь. И если нам предлагают стать аграрной страной полностью, да, то мы должны понимать, что богатых, самостоятельных и самостоятельных аграрных стран не бывает. Что страна тем более конкурентоспособна, чем больше передел продукции она делает. То есть тем выше добавочная стоимость, чем более наукоемкое технологическое производство мы имеем. Поэтому если стать просто сырьевой страной, ну, это будет одно будущее. Если пытаться сохранить то, что есть, да, еще как бы, то, ну, возможно, мы сможем выкрутиться и не исчезнуть з карти промишленно развитих стран міра, скажем так. Що ж, на цьому пропоную завершити. У нас закінчився час. Я вам дуже дякую, що завітали до нас. Вас спасибо. Про перспективи подальшої співпраці між Україною та МВФ ми говорили з Олегом Журавльовим, економічним експертом.